Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Буква «С» в имени вносит в жизнь человека следующую особенность. В тяжелой общественной ситуации олицетворять собой надежду на лучшее. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей и принципиально сковывает их возможности. Иногда владельцы буквы «С» в этом имени слишком заносчивы и самомнительные. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Владельцы этого имени находятся под покровительством планеты Марс. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Обладатели этого имени нередко забывают о себе и своих близких, отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые. Они находят настоящее счастье в служении другим и в реализации своих идеалов. Умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Эта буква наделяет людей лидерскими качествами, заносчивостью и боязнью одиночества. Они получают удовольствие, когда проявляют заботу об окружающих, хотя им часто самим недостает поддержки и заботы. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.